Томаш Вернер и примкнувший к ним Такахита Мура. Ну а заключительная разминка выглядит еще привлекательнее. Жизина, Ханю, Тен, Такахаси, Чан. И завершать все будет Росс Майнер. Еще один спортсмен из Соединенных Штатов Америки. Артистичен до невозможности. Миша Гея порадовал публику. Вот сейчас не обратил, сейчас послушаю. Обязательно. Очень интересно. Вот это здорово. Похоже, что что случилось с музыкальным оформлением. Или, может быть, просто такой переход резкий. Это очень резкий переход. Судя по тому, что Миша вроде как не испугался, значит, так и задумано, но неожиданно. Ну, да. Я не понимаю, слова, нет. Да, поют еще? Потому что песня точно была. А, так он же получал на четырех континентах передачу. Да. А и все равно ему на это... равно оставил, да. Ему нравится. Он продолжает оставаться в образе спортсмен из Узбекистана. Дедакшн задуман из шапки. Шляпу ему кидает, да. Сейчас осталось только вот этим девочкам сесть на эту шляпу, и тогда из котелка Чарли Чаплина она может превратиться в классический шапокляп. Очень эмоциональный спортсмен. До сих пор радует публику. Ну, смотри, да, как вы сказали, две ноги, недокрут, на трех акселях, на акселях 3,5, там, на сербера. Да, мы хоть и высоко так сидим, но мы все видим. И далеко он от нас прыгал, да. Забавный. 138. На грани. Может обыграть, а может и нет. Поставили ему балл-сбавки, тот самый дедакшн за присутствие вокала в программе. Прошел, кстати, Ковкина чуть-чуть, но обыграл. Ой, 0,1 балла он выиграл у Максима Ковтуна. 207,4 у россиянина, 207,5 у спортсмена из Узбекистана. Thank you. Ladies and gentlemen.